Муж, жена. Есть. Что за рюмки? Значит, мы с ним садимся в белую машину, да? В белую машину. Кого ждем? Уже никого не ждем. Давай, ты начинаешь. Сынок, провожаю тебя. Дай Бог тебе счастья, здоровья. И самое главное, чтобы вы до золотой свадьбы дожили. Чтобы жить. Пытайся ж домой. Все так маме. Леха, давай. А не, Леха водила. Выпьем. Чтоб все было прекрасно. Чтоб все было. Как положено. Свадебные эскорты не останавливаются. Последняя рюмка холостяцкая твоя здесь. Последняя, уже сколько? 15 минут. Чтобы она была. Там нас ждут уже красиво. Свет включен. Леша, иди туда. На коня? Ага. Ничего не забудь. Открывай свои двери, смотри. Thank you.
ты что? Ну, вот видишь, человек. Видишь, человек, оно ждет, что мы обманывать будем или что? Человек. Надо было не спать. Да я, мужчина спал обманывать. Да ведь я камеру потом. Ну куда потом? Куда потом? Позже снимать. Чтобы человек. Чтобы по второму разу. Чтобы не заходи. Чтоб снять. Видеокамеру. Вода, тебя же надо снять на видеокамеру. Тебя сейчас. Открывайте. Ломаем. Давай, давай, давай. Выгнали. Выгнал, давай. Давай, давай. А вы же покажите. Покажите, что не видите. Вот такая пачка денег. Вы вас увидели. Сейчас. Один невест. А может невеста? Так у вас невеста хоть есть? Понесли. Да может невеста. А вдруг мы дела попали? Вот это невеста. Покажите невесту. Покажи невесту. Покажи невесту. Отвертку. Бумажку поделали? Ну покажи. Ну покажи бумажку. Что-то не будет. А ну дай невесту. Покажи. Или ладно? Есть. Нет. Маленькая бумажка. Маленькая. Поехали назад. Сейчас открывайте двери. Сейчас поменьше. Да не, мы, наверное, не туда попали. Что они цену набирают? Надо снимать. Надо снимать, чтобы тебя камера шла. Я лишь на камеру. А вы не ведетесь. Вы не ведетесь. Надо снять. Понимаете, чтобы все было красиво. Чтобы оно все же будет в жизни вспоминаться. Или как? Давай, пацаны. Держи. Нет. Нет! Нет! Все, поехали! Что нет? Куда ты дал? Нет! Все, открывай! Куда дальше? Что? Тебе денег! Ну ладно, давай же показывай невесту, а потом уже раскрывай! Невесту покажи! Давай! Я в шоке! Вот это раз! Открывается, стой! Стой! Так надо, не шоу! Отсыпай! Руки взяли! Все, открывай! Открывай двери! Открывай двери! Двери! Руки взяли! Будем дверь ломать! Будем ломать дверь! Все уже, помились! Все! За руки! Хай выкуп сначала дали. Вы же выкупил, друзья. Вы выкупил, друзья. Все. Вы руки взяли. Руки взяли. Все. Откройте дверь. Ну, короче, хоть дверь откройте дальше. Давайте еще команду. Наполай конфеты. Все нормально. Все, конфеты. 5 минут. Просто. А вы же время знаете. Да. Я там сейчас. Давайте шампанское конфеты. Едем на другое место. Через дорогу же не давайте жить. На другое место. Бабушка, дедушка, мама, одну бумажку. Одну бумажку. Одну бумажку. Мы потом посмотрим. Через порог. Через порог нельзя давать деньги. Через порог. Через порог. Через порог нельзя. Да чуть-чуть будем приносить. Вы чуть-чуть приносите, чтобы он одной ногой стал. Вы чуть-чуть приносите, чтобы он одной ногой стал. Давай дверь, чтобы вы тут стоите. Саня, дверь даже из порога чтобы не продавали. Богдан. Через порог спрашивают. Жить же плохо будет, жить же плохо сможет. Это банан, ты что не знаешь? Ты что, ты жадный, что ли? Я жадный. Не дают, не ведет. Что такое? Вот я говорю, что если сейчас в эту дверь, я не зайду дальше. Бумажку я пролез. Вылазь сюда, банан, мы тебе бумажку. Вот вылазь. Вылазь. Подай мне бумагу. Нет, это зуб. А что, открой дверь? Мало. Залог. Открой дверь. Открой дверь. Залог. Я стоял, дай вам последний. Залог, точно. Залог. Дерибан, по половине. Дерибан. Ну Богдан, что? Открывай дверь. Просто через пару деньги не дают. Богдан, ну давай. Ну я ты мало. Мало тебе. Ну, Богдан, нормально, нормально. Иди сюда. Держи. Держи это стану еще. Держи это стану еще. Это половина. Держи это, пока я достану еще. Что ты понимаешь? Давай, ну давай я выдержу. Давай я. Давай, не выдержи. Давай. Давай. Ты же математика учился, да, из школы знаешь. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Разберись! Ну, дайте глянуть, друзья! Там по-честно все посмотрим. Базар, мальчик, иди. Залог, а где ты там едешь? Вы сами там были. Нет, ну что, мы еще не дали. А где шампанское все это? Ах, вы уже взяли, Богдан. Вы в руки взяли. Все, все, все. Мам, ну что, Женя, ты гони. Я тебе туда нюху не отдам. Я соседка же подала такую соседку. Прямо сейчас уже. Мам, хорошо. Все. Ну дай, Богдан. Ну, Богдан. Богдан, мало, дай, Боже. Дай, Богдан. Все, от себя открывает. Жениха, он старше должен. Да! Все, 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 пошли, Богдан. Это я тебя. Я от тебя открываю. Что ты от себя открываешь? Откройте дверь! Мы хотим видеть невесту! Молодец. Мы хотим невесту, дай меня! Все. Так, Саша, а ну быстро на место. Вот это!
И тебе на школьник тоже шоколад. Здравствуйте. Так мы тут не зря торговали. Красивая. Не зря давали. Надо было раньше приезжать. Момент. Все. Возьми бокальчик. Бокальчик. А папе с мамой. Так, вон бокальчик. Мама бокальчик. Ну вот. Налей. Людочка, возьми. Да ладно, хорошо. Вот бокал, возьми нам. Так. Ну через дверь пошли на торгу. Следующий раз, чтоб знал. Хорошо. Ну, желаю вам счастья, здоров'я, кучку дітей невеличких, всього хорошого. Дивіться, щоб до кінця дня своїх жити. Що ти завжди при мене жити, а? Вийдіть. Можна було перейти? Ну, кажіть, чи пожелати? Пожелання вже казали. Давай. Ми вже казали, це ви кажіть. Ми там вже. Ми там вже нас поважали, то ми казали. Да. Скільки ж можна казати? Все, все. Все. Пожелання. Що там ще хочеш? То, що сказати? Женечка і Танечка, поздравляю вас. Считаю, что вы сделали правильный выбор в жизни. Так будет. Всегда. Спасибо. Сейчас надо быстренько дозвониться. Я вас желаю вам, чтобы ці ікони, ну, як. Щоб ви наші талісмани. Вашим талісманом і несли їх до кінця своїм дні. Старший, це все. Ну що, все, бандер. Не опасно.
Ну, скажіть. Thank you.
приветствую дорогих гостей в нашем светлом зале. В добрый час вы подали друг другу руки Татьяна и Евгений. В прошлом останутся годы юности. Впереди ответственная пора семейной жизни. Исполняя высокий общественный долг, как представитель государства, прошу ответить. Готовы ли вы всю жизнь быть верными друг другу? Прошу ответить жениха. По доброму народному обычаю прошу расстелить молодым свадебные ушки. Народе говорят, на рушник ступить, на верху угрозить и в радости, и в боли. Примите эти обручальные кольца как символ вашей семейной верности и единства. Thank you.
Миша, иди сюда. Иди сюда, Миша. Миша, иди сюда.
Ну, на корточке присядь, прямо на этом. Так,
Так, мешает молодой человек. Все, разладились, мы прирожденно улыбнулись. Так, улыбнулись немножко. Так, и смотрим сюда еще раз. Так, сюда смотрим, старший свидетель. Все. Танечка, Женя, теперь пойдем на седьмой полет. Улыбаются друг другу, все прекрасно. И еще раз. Еще раз. Вот так. Еще Женя посмотрел на Таню. Вот так, молодцы. Так. На конфеты сюда. Подставить, стать. Девочка, вы еще один, все понял. Тихи, говорят. Тоже зуб. Прощай, дед, прощай, баба, прощай, курочка рядом. Целовать их не надо, нет? Черепа, черепа. Прощай, дед. Макушка ее. Прощай, курочка рядом. Нормально? Получилось. Попрощал. Иди там по нас. Пойдем. Женя, Женя, повернись теперь. Вот так остановились. Танечка, возьми. Все, тут идем, снимаем. На мостик. Так он здесь шампанское. Или 16-19. Пушка старая. А теперь как бы Все равно любезный.